стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. В этом веке это одна из самых ярких команд Англии, как на внутренней арене, так и на мировой. Помню конец сезона 2009-10 годов, когда Челси, чтобы победить в премьер-лиге, нужна была только победа. Тогда на Стэнфорд Бридж приехал Уиган. И по итогу 8-0. Разумеется, выиграл Челси, заодно установив свой рекорд по результату. Педро! Четко и просто вратарь играет. Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в Денназар имеет
все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж в веке – это одна из самых ярких команд Англии, как на внутренней арене, так и на мировой. Помню конец сезона 2009-2010 годов, когда Челси, чтобы победить в премьер-лиге, нужна была только победа. Тогда на Стэнфорд Бридж приехал Уиган. И по итогу 8-0. Разумеется, выиграл Челси, заодно установив свой рекорд по результату. Педро! Четко и просто вратарь играет. Деназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж. Деназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж. Деназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж. Деназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков. Стадион Стэнфорд Бридж. Деназар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков.